Объединенная сервисная компания, крупнейшее дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, осуществляет комплексную программу преобразований, целью которой является повышение эффективности всех входящих в его состав подразделений, рассказывает Александр Власюк. В течение года в объединенной сервисной компании проводилась работа, связанная с анализом производственной и экономической деятельности, выявлением недостатков в планировании, поиском резервов, повышением эффективности работы комплекса. В итоге была разработана программа изменений и совершенствования, получившая название ОСК-эксперт. Программа реализуется совместно с консалтинговой компанией Strategy Partners Group, которая помимо консультационных функций обеспечивает аудит эффективности результатов и столь необходимый при больших преобразованиях критический взгляд со стороны. Ремонтная составляющая программы ОСК-эксперт, пожалуй, наиболее объемная по масштабу изменений направления, но разработанные инструменты предусматривают и локальные усовершенствования, имеющие, тем не менее, свою важную функцию в происходящих преобразованиях, такие как организация рабочих мест, технологических площадок, ремонтных подразделений. Этот комплекс инструментов, объединенный в систему 5С, является не только системой организации и рационализации рабочего места, но и непрерывный процесс совершенствования и сокращения потерь. Разработан чек-лист. Чек-лист, который позволяет нам оценивать, насколько подготовлено то либо иное рабочее место и руководителям своих структурных подразделений, начальникам участка, а также инженерно-техническим работникам. Данный лист позволяет рассмотреть, что было сделано и в каких направлениях необходимо нам прорабатывать. По каждому направлению данной системы 5С есть перечень вопросов, которые в режиме теста мы отвечаем, заполняем данную таблицу и при обработке этой матрицы видим положительные и отрицательные стороны нашей работы. В рамках внедрения системы 5С проходит конкурс на лучшее рабочее место, который деятельно поддерживает инициативу бригады отдельных рабочих по организации рабочего процесса. Первая стадия произошла у нас сортировка оборудования, метизов, запчастей. То бишь на данном участке мастерской мы произвели сортировку, разложили по стендам, произвели соответствующие надписи, чтобы затрачивать меньше времени для поиска этого оборудования. Метиз отсортировали тоже с надписями, чтобы человек не метался взглядом, а непосредственно подошел конкретно и взял это необходимую запчасть. Так и из небольших и вроде бы очевидных инструментов складывается большой экономический эффект программы ОСК-эксперт. Большие возможности, которыми обладает сегодня объединенная сервисная компания, технологии, компетенции, опыт участия в больших промышленных стройках, многолетний итог развития вошедших в его состав предприятий. Объединение предоставляет и возможности качественных изменений на основе комплексных подходов к разработке, тестированию и внедрению инструментов. И итогом всему должен стать результат, который будет понятен уже в этом году с завершением очередного этапа реализации программы ОСК-эксперт на больших декабрьских ремонтах и оцениваться главным заказчиком Магнитогорским металлургическим комбинатом.